Всем привет! Иногда на зимней рыбалке бывают такие дни, что просто не обойтись вот без такой вот круглой мормышки-дробинки. Потому что клюет только именно вот на такие вот, особенно в глухозимье. Соответственно, на них еще пододевают либо мотыль, либо опарыш. Ну и сейчас я вам покажу два очень простых способа, как такие мормышки можно сделать буквально за несколько минут. Первый вариант подойдет для тех, у кого есть паяльник и паяльная кислота. Нам понадобится дробинка, размер крючков, вес дробинок, это уже подбирайте под свои условия ловли. Я вам покажу лишь принцип изготовления. Чтобы лучше было видно, буду использовать крючок 10 номера. И возьму самый большой обычный летний грузик для рыбалки. Такие мормышки также подойдут для мормоспиннинга. Крючки каленые, поэтому при помощи зажигалки нагреваем ушко и сгибаем его под 90 градусов, можно чуть меньше. Далее берем дробиночку, вставляем и слегка поджимаем. Поджимаем так, чтобы у нас ушко торчало вот таким вот образом. Дальше все это дело чем-нибудь фиксируем, капаем туда прям немного паяльной кислоты вовнутрь. Берем капельку олова и просто-напросто пропаиваем. Вот что получилось. Теперь остается ее сполоснуть от паяльной кислоты и можно покрыть любым лаком. Если есть вот такой вот заусенец от литья свинца на таких грузиках, его можно спокойненько за пару движений убрать любым надфилем или наждачной бумагой. Берем лак. Цвет также можете подобрать любой, который вам больше нравится, который у вас лучше будет работать. И покрываем. Ну вот и все, первая мормышка готова. Переходим ко второму варианту изготовления. Второй вариант еще проще, для него потребуется только суперклей и пищевая сода. Также берем крючок, нагреваем ушко, загибаем. Берем дробинку, вставляем в нее крючок и поджимаем не сильно плотно. Дальше это все дело чем-нибудь фиксируем. На дробиночку капаем капельку суперклея и просыпаем содой. Мормышка готова. Сода суперклею дает моментально схватиться. Убираем, если где-то есть лишние заусенцы, и можно покрывать лаком. На всякий случай иголочкой поправляем мушка, если вдруг туда попал клей или сода. Также берем обычный лак для ногтей и красим нашу мормышку. Теперь остается дождаться, когда подсохнет лак, и можно смело ехать на рыбалку. Ну и как вы только что могли убедиться, пара минут работы, у меня есть две отличных зимних мормышки из дробинки. Еще раз повторюсь, что размер крючков, размер дробинок вы можете подобрать под свои условия ловли. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.